Опа! Вот тут как нормальная гантелька 5-килограммовая одета, прикинь. А кто угадает количество и сумму, на которую меди, получит в подарок вот такой вот сувенир. А кобелек, смотрите, какой симпатичный. Опа! Нормусик! Слушай, ну так а что у тебя там есть чай закурить, Серега? Всем доброго дня, дорогой зритель, подписчики моего канала, просто случайный прохожий по Ютубу. Я тебя приветствую и приветствую всех тех адекватных людей, которые заходят, смотрят меня, ставят даже там дизлайки, лайки. Я приветствую вас вдвойне, желаю вам всего самого хорошего, как и обещал. Я буду записывать, периодически разбавлять контент на канале у себя с фрагментами на своей работе. У меня бывают какие-то интересные моменты, с которыми я сталкиваюсь сам первый раз в жизни. Я вам буду их показывать с удовольствием. А вы напишите мне, хотите вы видеть такие моменты, такие видео? Чтобы я знал и у нас была обратная связь. Заранее вам спасибо большое. Смотрите видео до конца, там будет нормальный лёлик. Напишите мне, пожалуйста, как вам такой персонаж. Он готов сотрудничать с нами. Он очень хорошо позирует на камеру. Чувство такта у него есть. Это MC Лапоть. Так что жду ваших комментариев. Смотрите видео до конца. Спасибо вам большое. Всем здоровья, всех благ, родным, близким. Берегите себя. Смотрите, что приходится демонтировать движок мановский. Это на тракторы ставят такие. 12-цилиндровый. Генератор, смотрите. И он тут стоит чисто именно для того, чтобы был на всякий случай. Его как поставили, 500 литров масла там. Сейчас проверим щуп. Так, где у нас щупик? Опа! Все красиво, масло тут нормально, смотрите. Красивенько. Его запускали, наверное, тогда, когда ставили. И там проходил какую-то комиссию раз там в полгода. Нормальная тема. И вот это вот демонтируем его. На металлолом. Сколько он там вырабатывает делов? Таких 2 штуки на здание. Никому не надо, а? 10 евро. Вон обрезали, короче, масло. Не масло, масло, да, потекло? Соляра. Соляра. Тут еще соляра заправлена, ее как заправили, так и это. Масло там до утра. Так что, если кому надо, говорите, мы доставим. Доставка в любую точку планеты. Половина бабок на сразу переводится. Подумайте. Куда ты попала, ну скажи. Володарка в Минске. Серега. Что? Серебаня, что там ты попал куда? Володарка, ты когда-нибудь слышал? Я слышал, да, и что там? Что там? Ну, выйду, расскажу. Слушай, ну так а что у тебя там есть чай закурить, Серега? Катя. Ни тебе чифа сделать, ни тебе потабачить нормально. Короче, полная шляпа. Короче, на тебе сигарету. Братва пихает. На, дымани, ни в чем себе не отказывай. Серябчик. Это грива скрытая. От чистого сердца. Ты чей будешь вообще? Что? Чей будешь? Мы печерские. Я понял. А вот у нас, короче, новый объект задания от ЮНЕСКО. Разобрать
пакетник, электропакетник. Смотрите, сколько тут медяшечки. Сколько по бабулетикам, как вы думаете? Нормальный ход, работа в Люксембурге, да? Ну тут все по чесноку. Тут можно только по хребтине вот такой вон выхватить дугой. Опа! Ну тут как нормальная гантелька 5-килограммовая одета. Прикинь, на секундочку. Сейчас покажу толщину. Ну вот, вот такая толщина где-то. 15, 12. Сколько где-то, Олежка, толщина? Десятка, двенадцатка, да? Чи больше? Вот такая тема. Сейчас покажу, что мы тут. Вот такие вот эти штуки разбираем. Смотрите. Это уже тут забацали. Вот оно. Вот, смотрите. Ну что, разве не прелестная работа в Люксембурге, а? А кобелек, смотрите, какой симпатичный. Опа! Нормусик! Это вам не цацки-пецки. Так что все четенько. Что, вам нравятся такие моментики, а? Скажите. Напишите в комментариях, потому что мне очень даже нравится. Хоть это не золото, не серебро, медь, но очень приятно. Даже на ощупь вот так. Опа! Нормальный ход. Так что вот так вот, ребята, будние дни проходят у нас. Вытяжка такая, потому что... чтобы кислород поступал нормально. Это, короче, паркинг. Там у меня видео было, когда мы сюда только заходили. Тут уже все разобрали, сортирнули, короче. Пластик, шмастик, провода. А вот, смотрите, какие чудесные проводулики. Опа! Чик. Сколько тут бабосиков, а? Вот так вот мне скажите. Напишите комментарии. Кто где-то приблизительно может знать цену, напишите. Скажите, сколько примерно. А я вам отвечу потом. Подкорректирую циферку. Так что всем хорошего настроения, берегите родных и близких. И сберегайте медь под замком, потому что мы к вам придем. Правильно, Олежка? Точно? Нормальная тема тоже строительная. А кто угадает количество и сумму, на которую меди... получит в подарок вот такой вот сувенир. Но если правильно угадает, там плюс-минус килограммов 5. Так что смотрите, принимайте участие, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, трин-тин-тинь, чтобы было все нормально. И вам навалит вот так вот медяхи. А? Нормальный ход.